По состоянию на 17 июня Центром гигиены и эпидемиологии Ямало-Ненецкого автономного округа подтвержден 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями. За весь период 3586 случаев COVID-19 выздоровели от коронавируса 1643 человека. В целом, 17 июня в населенных пунктах Ямала подтверждено 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За все время 1934 случая выздоровели 581 человек. Большая часть новых случаев выявлена в Новом Уренгое 27, в Таркасале 9, Губкинском 7, в Надыме, Салехарде, Ноябрьске, Тазовском по 4 случая, в Лабытнангах, поселке Пангады по 3 случая, в Харпе 2. Единичные новые случаи зарегистрированы в Пуровске и Муравленко. За минувшие сутки на Ямале 3 летальных случая от коронавируса. С начала пандемии в округе умер 21 человек. В Новом Уренгое скончался мужчина в возрасте 41 года. Заболел в начале июня. Госпитализирован с диагнозом острой двусторонней пневмонии и дыхательной недостаточностью. У больного имелся ряд хронических заболеваний, что могло способствовать неблагоприятному течению инфекции. Через несколько дней состояние пациента ухудшилось, и он скончался. Второй заболевший в возрасте 57 лет также был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Через несколько дней состояние ухудшилось, наблюдалась острая дыхательная недостаточность. Несмотря на усилия врачей, жизнь пациента прервалась. Третья жертва коронавируса, мужчина 44 лет, скончался в Салехарде. За помощью обратился на 7-й день болезни. Поступил в стационар с внебольничной двусторонней пневмонией и осложнением, связанным с хроническим заболеванием. На интенсивную терапию организм пациента, к сожалению, не откликнулся. В целом, 17 июня на месторождениях и производственных объектах Ямала подтверждено 12 новых случаев клинических форм заболевания COVID-19. За весь период зарегистрировано 1652. Выздоровели 1062 человека. За сутки в округе подтверждено 72 случая бессимптомного носительства коронавируса, 52 среди вахтовых рабочих, 20 в населенных пунктах.